Какие первые эмоции от приезда в команду? Был ли знаком с кем-то из новых партнеров? Эмоции положительные. Так с ребятами пересекались на футбольных полях, поэтому тут не составит труда в коллектив нормально влиться. Поэтому я думаю, что все должно пройти гладко именно с ознакомлением команды, то есть и в этом плане все хорошо будет. Уже успел оценить уровень нашей футбольной инфраструктуры? Да, хорошая инфраструктура, хорошее поле, все для восстановления здесь есть, тут офис рядом, то есть и массаж, и доктор, и как бы искусственное второе поле, и добираться недолго в гостинице, поэтому, в принципе, все устраивает, все очень удобно. Следил ли за «Факелом» в прошлом сезоне? Да, потому что приходилось против «Факела» играть, как бы и готовились, бывало, к соперникам по видеонарезкам. Следил, хороший отрезок провела в том сезоне, поэтому я думаю, что в этом году лучше отрезки будут. Какой у тебя опыт игры в схеме с тремя центральными защитниками? Ну, в Оренбурге 2 года я играл по этой схеме, и, в принципе, на любой позиции играл при такой схеме. И латерали, и в центре, и впереди, и инсайд, поэтому для меня это привычная тактика, которая приносила плоды. Наверняка не раз играл в Воронеже в составе других команд. Какие впечатления? Хорошая атмосфера, болельщики хорошие очень у этой команды. Они хорошо поддерживают, гонят команду вперед. Я думаю, что с такими болельщиками вообще нужно побеждать чуть не в каждой игре и биться за город, за клуб и за них. Что ты знаешь о «Факеле»? Что говорят о клубе сейчас в футбольной среде? Говорят, команда с амбициями. Команда серьезная, хорошая, вот, хороший футбол показывает, поэтому все отзываются только положительно, как бы, поэтому это, может, сыграло какую-то роль, что я сейчас здесь оказался, поэтому тут и команда хорошая, коллектив, ребята, то есть все устраивает, все отлично.